ты слышишь, мы к тебе живем, но... Ой, Вася, здрасте. Сейчас выставление! Левая рука лежит на ноге. Левая рука лежит на лбу. Левая рука тянется к тебе. Левая рука, без тебя не могу, не могу, не могу. Добрый вечер, Лидия Васильевна. Добрый вечер, Владимир Александрович. Вот зашел, так сказать, откланяться. А я думала, чего доброго уедете, не попрощавшись. Да нет, что вы. Я с чемоданом с самого обеда, я всю бригаду обошел. Ко всем, значит, зашли, да? Устали? Устал. Устали. А тут еще к Астафьеву надо заходить. Вежливы вы, Владимир Александрович. Через вежливости страдаете. Нет, я просто всех хотел видеть. Ну, да. Спасибо. 3 года ведь не шуточки, да? Да. 3 года. Вы знаете, только сегодня вдруг выясняется, меня здесь все любят. А почему бы вас, Владимир Александрович, не любить? Второгодники. Потому и те меня любят. Так, трогайте. А что, вы были хороший преподаватель. Да. Говорят, чтобы добиться признания, нужно умереть. Да, не обязательно. Можно просто уехать. Правда, вы были хороший преподаватель. Вот только вот вы чуткости мало проявляли и активности. Да, это... Откуда у меня активность? Я меланхолик. Самодеятельность бы подняли, раз меланхолик. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так сложно. Автобус уходит через полчаса. Спасибо, что вы зашли, вы меня уважаете. Да ладно, я же не мог уехать и попрощавшись с вами. К вам последний визит для памяти. Дом мой последний стартан по пути. Да нет. Как раз. Да, ваш последний. Да. Он в хорошем месте, окнами, в поле. Да. В лес. Да. Уеду, буду вам завидовать. Спасибо и на это. Лидия Васильевна, вы же замечали, что я был к вам неравнодушен? Да. И вы тоже. Что скажете, нет? Вы помните Майя? Все ведь могло бы быть по-другому. Да ничего не было, и даже грустно как-то, что ничего не было. Ой, вам не грустно. Почему вы все это говорите? Да я уезжаю ведь. Да. Я могу быть откровенным? Да, уйди, останься, пожалуйста. Никогда этого не забуду.
Лидия Васильевна, вы скажите вот откровенно. Да. На прощание, да? Да. Честно. Да. Да, да. Честно. Да. Что было бы тогда, если бы я сел в ваш ходок? Просто бы сели и поехали бы вместе, ну и все. Я мать помню. Я так и думал, да. Вы же пели. Вы пели. Ой, Лидия Васильевна. У вас такой хороший голос, я бы никогда в жизни не подумала, что вы так поете. Пойду, Лидия Васильевна, я житель городской, я не могу петь без языка. А мы всегда за вами следом ехали на конфету. Да, будешь вспоминать. Даже как-то странно, я подумала, почему вы к нам не сели в ходу. Прощайте, Лидия Васильевна. Мир тесен. С вами еще встретимся где-нибудь. Когда-нибудь. Счастливо оставаться. Ребят, подождите, нужно Игоря ждать. Он сейчас придет. Игорь, давай еще. Молодец. Постойте. Да. Я вас не пущу. А в чем дело? Сейчас я вас не пущу. Что такое? Ну, вы слышите? Что? Ну, под окном. Кто? Вы что, не слышите? Игорь! Игорь, ну давай речь! Нормально! Игорь! Садитесь, Владимир Александрович, послушаем. Народ! Чё? Географы все помнят, которые меня на второй год поставили? Я запомнил второй год. Тихо. Короче, песня ему посвящается. Наш географ попросил показать Европу. Снял штаны, снял трусы и поставил. Дима! Ехать надо. А, Славно ж поют. Лидия Васильевна, это не имеет никакого значения. Даже если бы за окном пел хор Пятницкого, даже тем более. Сейчас я вас не пущу. Мне понятно ваше настроение. Я сам ел. Я тронут. Вы уйдете, но, да. Но позже. В чем дело, Лидия Васильевна? 10 часов вечера. Я же говорила вам, что вы не чуткий. И не активный. Ну это уж само собой. Завтра? Ну, послезавтра. Днем. Вечером, вечером. Почему, Лидия Васильевна, вы, кажется, издеваетесь? Потому что 10 часов вечера. И что? Что они подумают, если вы выйдете в такое время из моего дома? Да. Вот что вас волнует? Да. Что они подумают? Да, что ничего подумают? Ничего себе, да? Они ничего не подумают, они просто что-нибудь споют. Они сначала споют, а потом посплетничают, вы что, не знаете? Я уезжаю, я зашел проститься, из этого невозможно сочинить сплетню. Вы уедете, они останутся и будут думать. Ну, пусть себе думают, им же нельзя все время петь. Вам хорошо, вы уедете, а я потом замуж не выйду. Я что, перед отъездом должен выдать вас
замуж. Тише, Владимир Александрович, не кричите, все нормально. Что, будем помнить скорее? Городе тише, а не в лесу. А у нас вот так вот, не в защите. Лидия Васильевна, давайте мы будем сажиться, просто откройте двери, а? Нет! Я с предрассудками! Это мы-то, да? Советующая ферма, да? Да, 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 да! Ну давай жечь! Да, да, я, да, да! Вы не удивляетесь. А чему вы удивляетесь? У нас на ферме проблемы с культурно-массовой работой. Вы что, в газетах не читали? Не читал. А зря, там про вас написано, куда смотрит. Интеллигенция. Автобус! А, поляка, ты еще не разошлась! Что ж вы предлагаете? Ну, хотите, хотите, вот чаем угощу. Понял, да, Надя еще, Надя и на, а нашу. Боже, тысячелики, а? Тысячелики, сколько можно петь и плясать, а? Ну почему петь и плясать? Ведь у них был сначала посев, потом у них будет сенокос, это нормально. Знаете что, я вас вообще разочаровался, мне вас иначе говорили. Нужно было проверять. Так ли, как все говорили, на самом деле время у вас было? Если вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь, давайте я выйду в окно. Ага, конечно. Я не знаю, как у вас там в городе, но у нас как-то в деревне не принято. Ой, да, 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 принято, да, можно в трубу вылететь. Попробуйте. Не понимаю, что вас смущает, одно на уме, нет, скажите, вот, учитель украл ваш шерстяной кофту. Кто вы придумал? Да скажите уже, как сказать, только выпустите меня наконец. Не кричите на меня! Вы меня достали! Полянка разойдется, пожалуйста, скатертью-дорожка! Я вообще вас здесь не держу. Спасибо большое. А я ночевать где буду? У меня квартиру захолостили, автобус уйдет, а под сосной спать буду. Вот если бы вы вели себя деликатно, я бы вам постелила вот на лавочке бы. Да. Спасибо большое. Спасибо. На здоровье. Так и не желаю больше с вами разговаривать. Так, так, куда ты? Что началось? Что? А, ну понятно. Опять вас спрятал. Жульё! Жулья! Давай десяточку. Деликатно. Слушайте, может мне жениться на вас, а? Из деликатности. Да я бы никогда в жизни за вас замуж бы не вышла. Да ладно. Вы же были ко мне неравнодушны. Симпатизировала. Но когда я узнала, какой вы есть на самом деле... И какой же я есть на самом деле? А вы грубый, каких много. Да. Ладно, что, блин, я еще не знаю, что? Давай. Слушайте, где ваш муж, а? Сумасшедшая вы женщина. Нет у меня никакого мужа и не надо. Ну, а где то, что был? Сбежал, наверное. Разве похоже, что от меня может сбежать муж? Нет. От вас не сбежишь. Сама ушла. Он был грубый человек. Вроде меня. Маскировался сначала. Стишки писал. А потом запил. А других женихов, Владимир Александрович, в деревне не было. Где он сейчас? Уехал киномехаником. Давно? 5 лет прошло. А мне говорили 4. Ошиблись. Ребята! Ребята, иди сюда скорее! Казанков, пришли! Скорее, 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 скорее! Давай, 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 давай! Плен ваш кончился, полянка расходится. Действительно.
Вы извините меня, я... Нет, это вы меня извините. Я вот взяла все и придумала. Вот меня не волнует никакое там мнение, разговоры там. Я все вот, вот взяла и придумала. Пошутила так перед отъездом. Ага. Я говорю, что вы издеваетесь. Да нет, нет, вы меня извините, вы еще успеете езжать. Сядь. Лидия Васильевна. Мне кажется, они еще рядом. Как теперь вы волнуетесь, что о вас подумают, да? Нет. Просто обидно. Обидно? Обидно, что зря подумают. Возьми Саныч. Вы так тихонько огородиком. Езжайте. А шофер знает, что я уезжаю, подождет. Идем. Уезжайте, а? Ну что вам здесь делать? Ну кого вам здесь любить? С кем разговаривать? Ну вы отвали свое и уезжайте. Езжайте вы в свой город чудесный. Он там по вас скучает и давно, я-то знаю. Как он только там без вас горемышляет. Как он там без меня? Да что и говорить. Мы все 3 года спали и проспали. А во сне вы видели огни ваши голубые проспекты. И ходите вы по этим проспектам, такие гордые. И никто не знает, о чем вы думаете на самом деле. А здесь поле леса, здесь все понятно. И вы спите. Сейчас вы тоже спите, да? Вот. Нет, я вот за 3 года выспался так. Вы все шутите и ждете отъезда. Ну вот, отбыли свое и уезжайте. Ну зачем вы вообще сюда приезжали? Ну уезжайте, ну Владимир Александрович. Подождите, куда? Вы загибаете. Я там в городе очень душно. Зато весело. У меня там город пуст. Там много развлечений. Ничего нового не придумали. На дороге вас кличут. Не видно вашего окна дорог. У вас глаза зеленые. Вы наяд. Сиреной. Вас нужно спасаться бегством. Перешагнуть порог. Чего проще? Перешагнуть порог. Да, перешагнуть. Это сложная задача. Нет. Дураков полно, а ты по другую сторону порога, Лидия Васильевна. Лидия Васильевна, глупости человек совершает именно перед порогом. Хорошо, когда он подготовлен заранее, если нет... Я 3 года преподавал в вашем селе географию и спал и преподавал географию, и все тихо и спокойно. Я не вовремя проснулся, потому что проснулся я перед порогом. Вы понимаете мои переживания? Слышите? Они остановились под окном, они снова поют. Лежать вам. Это ваш порог, Лидия Васильевна. Я лунатик. Лидия Васильевна, я в минуту должен решить задачу, где все неизвестно. Я лунатик. Снимите меня с крыши, посадите в автобус. Я встану. Лидочка! Лидочка, ты учителя случайно не видел? Там шофер его ищет на станцию везти. Всей деревне ищут, пропал педагог. Скажите, что я здесь, пусть сюда подъеду. А?
Наконец-то они перестанут петь. Да, наслушались на всю жизнь. Но перед они неплохо. С аккомпанементом, да. А ваши окна... Дорог не видно. Там нынче покосы, да? За Марином Логом. Да, Марин Лог. Скоро дачники приедут. В поле, в лес. Приедут, побалуются природой, отдохнут. В город сейчас возвращаются одни сумасшедшие. Вот приедет учитель на мое место. Вы ведь его тоже. Полюбите. А как же? Все 3 года будем любить, как полагается. Мальчишка приедет. Пижон. С новеньким глобусом. Откройте мою квартиру. Покажете мою школу. И полюбите. Грустная история. Ничего, мы переживем. А мне не нравится. Мне не нравится, мне история не нравится. И мальчишка не нравится. Прости, Кеш, так долго ждать пришлось там. Да ничего, бывало и хуже. Да. Кеш, я не поеду сегодня никуда, наверное. Завтра рейса нет, выходной. Ну да, ты должен отдыхать там. Обязан. Ну, привет, Владимир Александрович. До свидания, Кеша. Thank you.
Че, купаться? Признаться! Спасибо.